Более 2 месяцев прошло с тех пор, как стартовал учебный год в наших школах. Безопасность дорожного движения для учащихся – это важная задача. И для того, чтобы избежать происшествий на дорогах, нужно привлекать внимание к этой теме. В Славянской 15-й школе создана агитбригада. Учащиеся, которые участвуют в ее работе, проводят встречи, беседы, даже ставят небольшие спектакли на тему безопасности дорожного движения. Все это помогает лучше узнать азбуку дорог, правила дорожного движения. Акция, в ходе которой дети напрямую обращались к водителям, была организована с помощью госавтоинспекции. Ее инспекторы останавливали автомобили, и ученики вручали водителям письма и воздушные шары с призывами к внимательности и осторожности на дорогах. К этой акции мы готовились заранее. Дети писали письма, обращения водителю. Дети приготовили такие знаки тоже с обращением к водителю. Подготовили растяжку тоже о том, что водитель, будь внимателен на дорогах. Для того, чтобы снизить дорожно-транспортный травматизм среди несовершеннолетних, необходимо применять все доступные средства. Хорошая инициатива учащихся достойна самых добрых слов. Очень похвально то, что юные наши, скажем так, учащиеся, дети участвуют в этой акции для популяризации соблюдения правил дорожного движения участниками, в том числе такой категории, как дети. Водители, принявшие участие в акции, были приятно удивлены тем, как она проводится, и внимательно выслушивали ребят. Простые истины, которые им еще раз напомнили о внимании и уважении ко всем участникам дорожного движения и в первую очередь к пешеходам, не стареют и всегда актуальны. Госавтоинспекция призывает водителей проявлять на дорогах большую ответственность, в особенности тех водителей, кто перевозит детей. Они привозят детей в школы, детские сады. Мало того, чтобы соблюдали требования законодательства в плане наличия детских удерживающих устройств, которые очень довольно-таки хорошо спасают в аварийной ситуации, и ребенок, можно сказать, практически не страдает в этом случае. Так и при высадке пассажиров возле школ, там, детских садов. То есть не надо открывать двери и говорить ребенку: беги, дорогой, в школу учись. И ребенок побежал, невзирая ни на какие правила дорожного движения. И еще очень важно в преддверии зимы, когда рано темнеет, обеспечить детей светоотражающими элементами, размещенными на верхней одежде и школьных ранцах. Это повысит их видимость на дорогах, а значит и безопасность. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».